Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас всех приветствовать на своем канале. Итак, мои хорошие, сегодня я предлагаю вам один месяц масляных процедур, и ваше лицо, ваша кожа преобразится. Если вам интересно, оставайтесь со мной, сейчас я вам все расскажу и покажу. Кстати, мои хорошие, сегодня мы с вами поговорим о простом касторовом масле, которое продается в любой аптеке, и стоит оно копейки, но это масло творит чудеса. Но, мои хорошие, у нас с вами еще должен быть тоник для того, чтобы применять это масло перед тем, как его применять. Для этого я беру обыкновенный зеленый чай, запариваю его, и уже в холодном состоянии протираю кожу, вот так смачиваю. Сейчас вам все покажу, девочки. Я лицо уже, кстати, промыла. Кроме глаз, как всегда, кроме глаз. И протираю кожу этим тоником. Не буду затрагивать губки. Не буду затрагивать. Сейчас я протру. Вот так. И еще раз вот так сухенькой салфеточкой или сухеньким диском мы с вами протираем. Так как я буду использовать наше масло вокруг глаз, то, естественно, эту зону вокруг глаз вы должны хорошо очистить. Вот так, девочки, вот. Все, мои хорошие. Что мы делаем с вами дальше? А дальше мы с вами берем наше касторовое масло и наливаем, ну, примерно пол чайной ложечки. И нам с вами этого количества хватит от и до, чтобы насытить нашу кожу, чтобы ее преобразить и чтобы убрать все мелкие морщинки. Итак, я это касторовое масло сейчас нагрею на водяной бане до теплого состояние примерно до 25-30 градусов. Итак, мои хорошие, масло я нагрела. И сейчас я буду его использовать от наших морщин. Итак, слегка взяла на палец, на подушечку пальца. И вот так наношу. Под глазками и где у нас с вами гусиные лапки, вот так наношу это масло. Можете даже нанести вот полностью на веко, но я не буду наносить сейчас, потому что у меня глазки мои накрашенные. Ну, девочки, поверьте, это просто замечательное средство, чтобы убрать наши мелкие морщинки и предотвратить крупные морщинки. Вот так. Кстати, такое же масло, девочки, очень хорошо подходит, чтобы смазать нашу шейку. Кстати, шея у меня тоже чистая, девочки. Я только недавно после душа, если честно, проскрабировала всю себя. Вот так, мои хорошие. Смотрите. Значит, на шейку, девочки, на зону декольте обязательно также наносите. Но так как я одета в красивой такой кофточке, я этого делать не буду. Вот. Я просто вам показываю, как можно это все применять. Вот так, мои хорошие. Вот. Главное, девочки, не забывайте, что обязательно готовьте тоник. Тоник, да, это тоник, девочки, из зеленого чая для нашей кожи. Вот так нанесли. Все, мои хорошие, держим нашу маску в течение 20-30 минут. Касторовое масло очень хорошо впитывается в кожу. Но это не говорит о том, что нам его не надо смывать. Надо, мои хорошие, надо. Вот, пройдет как только 30 минут, я продолжу.
Девочки, прошло 30 минут, и я сейчас буду смывать нашу маску. Что я для этого делаю? Я беру, опять же, наш тоник из зеленого чая. Смачиваю ватные диски и слегка вот так протираю те места, где мы с вами наносили наше масло. Вот так. И также шейку. Если вы наносили на зону декольте, также протирайте. Также протирайте обязательно. Вот. Именно чаем, вот этим чайным тоником протирайте. Вот так слегка, слегка, слегка. Если вдруг остались там, как говорится, капельки масла на вашем теле, ничего страшного, ничего страшного. Значит, берем потом еще раз чистый ватный диск. Вот чистый ватный диск. И еще раз вот так вот слегка, не надо так вот тереть, просто так слегка, слегка промакиваете. Все, все, мои хорошие. Обычно такую маску я делаю за 30 минут до сна, после чего просто ложусь спать. И все, мои хорошие, на утро вы встаете помолодевшей, освежевшей. Да, девочки, да. Вот такой вроде бы простой рецепт, но он очень действенный. Поверьте мне на слово. Вы смотрите на меня каждый день. Я применяю касторовое масло уже, ну, примерно с полгода. И я очень довольна результатом. Кстати, наносить такое масло надо не более 2 раз в неделю на свою кожу. Сильно не надо переусердствовать. Если вы заметите уже с первого раза результат и вам понравится, вы скажете «Ой!» А вы его заметите, девочки. Вы скажете «Ой!» Завтра опять, послезавтра опять. Не надо, не надо. У нас с вами имеется масса всевозможных прекрасных масок для нашего омоложения. Чередуйте их, не приучайте свою кожу, допустим, чисто касторовому маслу. Не надо этого делать. Если вы хотите, чтобы кожа вокруг глаз была молодой и красивой, подтянутой, если вы хотите убрать мелкие морщинки и предотвратить новые морщинки, то этот рецепт вам очень понравится. Он действенный и он рабочий. Так что, мои дорогие, вот такой вроде бы простой рецепт, копеечный. Купите масло в аптеке, оно стоит буквально копейки. И используйте его на здоровье, для своей красоты. Я всем вам желаю счастья и здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго. С вами была ваша Елена. После видео я жду ваших отзывов, комментариев и пожеланий. Пишите мне свои рецепты красоты, я обязательно их попробую. И расскажу на своем канале о вашем рецепте. И обязательно упомяну ваше имя. Ну что, мои хорошие, всем пока-пока. С вами была ваша Елена. Люблю вас всех. Удачи вам. Увидимся.